администрации, что администрация пока нормально. Я же так понимаю, что сегодня не самое главное быть чиновником, да? Сегодня самое главное нужно быть не только чиновником, но еще нормальным аппаратчиком, в лучшем смысле этого слова. Вот Петр Иванович Хохлов сегодня, да, аппаратчик, он сегодня и понимает, что нужно разговаривать и с депутатами, он понимает, что сегодня нужно разговаривать и с главами сельсоветов, а не то, что вот ему что-то пытаюсь там это. Так оно и есть. Дипломат, молодец, мягкий такой, ну, своего добивается. Ну, давайте вернемся к предыдущему созыву, да. Кто создавал то настроение, когда порой сессии не собирались? Говорит Наталья Юрьевна, да, я прямо скажу, создавал. Нет, не виновата. Я говорю, Курин, мол, это, может так сказать, так я тебе вам и скажу прямо, что ту ситуацию создавал, да, в совете, районном совете, да, это Евгений Иванович Звончагов, который прямо запретил своим сотрудникам общаться с аппаратом райсовета, с депутатами к нему нелояльными. Вот и была та атмосфера. Со звонками, чтобы там кто-то не приходил на сессию, или тот вопрос или иной не голосовали. Вы же сами помните, когда он тут моргал и махал, не голосует. Помните, был вопрос там, что, ну, неважно какой. Вот. А теперь обстановка изменилась. Часть депутатов осталась, глава-то у нас поменялся. Настроение задает человек извне. Конечно. Настроение задает не человек извне, а человек внутри муниципального образования. Это высшее должностное лицо, это глава Ачинского района. Вот он и создает настроение. Что сегодня председатель райсовета, да? Понятно, у меня рычагов таких нет, как у главы. Поэтому моя задача сорганизовать сессию, депутатов пригласить, чтобы они не смогли, ну и решить там, так сказать, текущие вот эти вопросы.